Молодой пенсионер, 30-летний чиновник из Левашинского района на 34 года завысил свой возраст, чтобы получать пенсию. И ему это удалось. Для этого мужчина получил в управлении Федеральной миграционной службы паспорт с ложными сведениями о дате своего рождения, после чего обратился в районное отделение пенсионного фонда, чтобы ему назначили пенсию по старости. Обзавелся предприимчивый замглавы администрации села Кулицма и поддельной трудовой книжкой, где указано, что он якобы работал в колхозе с 85 по 96 годы. В итоге с марта прошлого года мужчина получил трудовую пенсию на общую сумму более 155 тысяч рублей. Инцидент расследует прокуратура. По данному факту возбуждено уголовное дело.